Физкульт, привет всем тренирующимся. Сегодня записала все 5 кругов. Первые 3 круга будет убыстрено. Четвертый будет без убыстрения. Естественно, я разминаюсь. Сегодня вот разминалась 18 минут перед тренировкой и обязательно растягиваюсь. Ну вот основную часть я сегодня записала, так как в Инстаграм там, по-моему, только 10 минут можно записывать. Вот если один круг я уложилась, четвертый, я считаю, самый красивый у меня получился, поэтому не убыстренно покажу. Конечно, 7 потов с меня сошло. В первые круги я делала, ну вот не так, как показывает Наташа, а вот на весу, да, а надо было ложиться и как бы вставать. Ну так, кстати, тяжелее делать это упражнение заключительное. Оно у меня получается легко, вот это вот уже второй круг убыстрено, третий тоже будет убыстрено, а четвертый я покажу не убыстрено. На пятом упражнении Наташи, на последнем, на сегодня, я, можно сказать, отдыхаю. Ну, конечно, вот посмотрите, когда будет не убыстрено на четвертом круге, посмотрите, что дается мне тоже тяжело, боковая планка, но вот 40, я не достаиваю, там минут, секунд 5 где-то, ну, на одну сторону вроде как хорошо стою, это третий вот круг уже пошел, включила, посмотрела, как Наташа делает, засомневалась, включила, посмотрела, да, действительно, как бы неправильно делала последнее упражнение, ну, так как сделала, так и сделала, да, вот, третий круг. Короче, 7 потов с меня сошло. Такая хорошая тренировочка. Вот, я уже правильно делаю. Вот, опускаюсь. И на вторую ножку. Сейчас, смотрите, четвертый круг будет не убыстрено. Вот, я готовлюсь к четвертому кругу. Включила там себе музычку. И поехали. Девочки, лайфхак. Вот, подгибаете коврик 2 раза, и уже помягче будет локоть опираться. Эта планка тоже мне дается с трудом. Я 45 секунд не достояла, по-моему, на эту сторону. На какую-то сторону полегче. На эту сторону я не достояла, по-моему, 5 секунд. Сейчас посмотрите. Так, ну давай, Наташа, на эту сторону достаю, по-моему. Следите за мной. Ура, достояла.
Заслуженный минутный отдых. И вот настал пятый кружок. Быстренно. Еще раз полюбуйтесь на меня. И растяжечка в конце.